Найти свой избирательный участок можно несколькими способами. Дистанционно на официальном сайте Центрального избиркома или портале госуслуги, перейдя по соответствующим баннерам. На этих онлайн-платформах можно найти и краткую информацию по кандидатам. Многие из нефтеюганцев ознакомливаются с ними именно заранее, чтобы, придя на избирательный участок, не растеряться. Много достойно. На самом деле эти выборы сложные. Ну, надо было прочитать программы, выбрать своего кандидата и проголосовать. Тут, в принципе, ничего сложного нет, но час на это уйдет. По информации, на 15 часов дня 18 сентября на выборах проголосовали 36,5% нефтеюганских избирателей. Всего в регионе выполнили свой гражданский долг более 316 тысяч человек. Среди них и еще действующие депутаты различных уровней, полномочия которых закончатся в конце сентября, когда им на смену официально вступит уже обновленный состав. Это очень важно сделать человеку выбор свой. И нам с этим выбором жить 5 лет. Каждый из нас должен отдать свой выбор. Отдать действительно достойному кандидату. Учитывая, что Нефтеюганск – это третий по величине город в Югре, я считаю, что именно вот наши голоса повлияют на общую картину и в Госдуме, и в областной, и в окружной думе. Каждый из 52 избирательных участков города находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. Напомним, что завтра стартует финальный третий день выборов. Отдать свой голос можно будет в том же графике с 8 утра до 8 вечера, после чего специалисты приступят к подсчету голосов. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».